Ur-Kanaran. Пришел прежде всех и всегда был. Ода, Алдуин Маландани. Его судьба была предначертана, когда он присвоил себе власть, которая по праву принадлежит Ормаху, отцу нашему Акатошу. Но я не радуюсь его падению. Зуру Тирас Аст-Охма. Он некогда был мне братом. Этот мир никогда не будет прежним. Итак, твоя судьба свершилась. Хотя, по твоим словам, ты не веришь в судьбу. Вероятно, теперь ты имеешь некоторое представление о силах, которые формируют Венесетин, потоки времени. Возможно, ты начинаешь видеть мир как дома. Но я отвлекся. Кросис. Целос Митфадон. Старому Дова так легко впасть в меланхолию. Твоя победа велика, Сарот Кронгра. Она прокатится эхом по векам этого мира и отзовется в сердцах тех, кому дано видеть. Это твой триумф, Довокин, но это не последнее, что ты запишешь на потоках времени. Прощай, Довокин.
хотят сменить владычество Алдуина на тиранию пути голоса Партурнакса. Я думаю, тебе уже дважды удалось доказать свое мастерство, Турита Лакин. Я с радостью признаю силу твоего Адавин. Позови меня, когда я понадоблюсь, и я приду, если смогу. Я вижу по твоим глазам, тебе удалось увидеть землю богов и вернуться. Это значит победа?
Алдуин окончательно уничтожен? Возможно. Возможно, нет. Драконы не чета обычным смертным тварям. А Алдуину нет равных в роду драконов. Возможно, ему будет позволено вернуться в конце времен, чтобы исполнить судьбу пожирателя мира. Но это решать богам. Твой долг исполнен. Мощь твоя велика. Как твоего голоса, так и твоих деяний. В стремлении одолеть Алдуина тебе удалось подчинить себе смертельное оружие. Теперь тебе предстоит решить, что делать дальше и куда направить силы и умения. Будешь ли ты героем, чье имя веками будут воспевать барды? Или грядущие поколения будут проклинать твое имя? Или ты свернешь с пути, и пески времени заметут твое имя? Да направит тебя путь голоса, и да откроется перед тобой дорога мудрых. Дыхание и сосредоточенность, Давакин, твое будущее лежит перед тобой. Мы все у тебя в долгу, Давакин. Возможно. Возможно, нет. Драконы не чета. Возможно, ему будет... Но это решать богам. Теперь ты понимаешь, о чем я тебя предупреждал, кровожадные варвары? Да, но пойми... В дни власти Алдуина все драконы были его союзниками. Им больше некем было быть. Если бы не Партурнакс, Алдуина не удалось бы победить. Это он первым научил людей использовать Туум. Кинарет отделила тебя голосом мудрости, Давакин. Тебе нужно только научиться слушать его. И твой путь будет ясен. Вверху небо, внутри голос. Мы слышали вести из Вайтрана. Тебя унес из города дракон. Это как-то слишком даже для тебя. Раз тебе удалось выжить, значит, у тебя добрые вести. Великие боги! На такие добрые вести я даже не рассчитывала. Когда я увидела тебя на пороге своей гостиницы, я и представить не могла, куда это нас приведет. К драконам из легенд. В Совнгарду. Решайся, Давакин. Ты либо с нами, либо против нас. Слушай, он помогал Алдуину поработить наших предков. В
конце он, может, и предал Алдуина, но это не красит его репутацию. Скорее, наоборот. Нельзя дать Партурнаксу возможность предать теперь нас и вернуться к своему господину. Силы небесные. Посмотри на эти руины. Удивительно.
Thank you.
Вот растяпа. Найди их раньше, чем они попадут к нему в руки. Тебе удалось найти сосуды. Я боялся, что отправил тебя на верную смерть. В жизни Хевнорак сам выпустил себе кровь из жил. Он хотел после смерти воскреснуть и вернуть себе силу, которая иначе умерла бы с ним. В сосудах его кровь. Опорожни их, и он никогда уже не вернет свою прежнюю силу. Чем ты думаешь, но если ничего не делать, Хевнорак будет набирать силу, и когда проснется, его уже будет не остановить. Другого выхода нет. Хорошо, вылей содержимое сосудов в светильник около трона, а затем сядь на него. Когда ты это сделаешь, я выпущу Хевнорака. Он проснется ослабленным, но все равно он опасный противник. Приготовься. Возьми железную маску Хевнорака. Она может тебе пригодиться и станет наградой за подвиг.
все меньше и меньше. Я убью тебя! Thank you.
последняя умерла до того, как ее убили.